А это финал бега на 60 метров, который будет заключительным видом именно в беговой программе. Дэниел Бейли по первой дорожке бежит. Трейл Киммонс, вторая дорожка, Соединенные Штаты Америки. Этот парень, за которого я лично болею, Ким Коллинз, третья дорожка. Восьмой старт в этом зимнем сезоне. Пока он сделал 7 стартов и одержал 7 побед. Майк Роджерс, США, бежит по четвертой дорожке. Энтони Адамс, еще один представитель Сент-Китс и Невис, по пятой дорожке. Так, и одна дорожка там, судя по всему, пустая, да? Кто-то не вышел бежать, 5 человек их стоят. Третья дорожка пустая. Ким Коллинз бежит, значит, у нас по четвертой дорожке. Майк Роджерс по пятой. И Энтони Адамс по шестой. Так, Ким Коллинз. Четвертая дорожка. Восьмой старт. Будет ли восьмая победа? Сейчас мы увидим. Ну что, в старт. Так, Коллинз. Так, 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 что случилось? Остановили их? Коллинз остановился первым. Я, честно говоря, думала, что он передумал бежать к своей восьмой победе. Так, фальстарт был у нас, судя по... То у него не получилось. Сам сейчас себе... поправит, если сможет. Ну вот обратите внимание, у высотников сегодня что-то не клеится. У всех причем. Спринт проходит относительно быстро. Неплохо длина. Неплохо шест пока идет. А вот с высотой сегодня прям беда-беда. Оставили всех в забеге. Итак, Ким Коллинз по четвертой дорожке. Еще раз напомню. По пятой рядом с ним Майк Роджерс. Его хорошо видно, он в белой повязочке. Так, следим за этими двумя спортсменами. Итак, Ким Коллинз стартовал очень неплохо. И понятно, что он выигрывает свои восьмые соревнования. Так, а мне кажется, он травмировался. Да, он держится за заднюю поверхность бедра. Это было видно. Последние метры дались ему очень тяжело. У него был спазм ноги. Вот обратите внимание, бежит, 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 бежит. И вот здесь он, видите, что творится. Но так как у него был очень большой отрыв уже от соперников, он добежал и выиграл. Но хотел сказать, что сезон для Кима закончен. Он для него и так закончен, потому что это был последний старт. Ребята, которые не выступают на чемпионате Европы, они все заканчивают. Петр Лисик тоже 5.92. Это у него вторая попытка. А Киму, вот я то, о чем я говорила, он травмировал заднюю поверхность бедра, судя по всему, на левой ноге. Холод ему сейчас, естественно, сразу прикладывают. Уже здесь, видите, он как-то куца бежал. Он обычно не так бежит. Вот с трудом, с болью ему давался этот бег. Вот он еще пытался. И вот здесь совсем его подкосило, посмотрите. Но независимо от всего, он выиграл свой восьмой старт. Он доволен. Он одержал восьмую победу в сезоне. Он 6.52. Восьмой старт. Ким Коллинз просто непобедимый в этом сезоне. Просто непобедимый. Вы знаете, что у него были проблемы со своей родной федерацией, что... Не выступал он на Олимпийских играх.